Единственное предложение только сегодняшнего дня. Это брюки. Это та самая база необходимая, которую выбирают женщины. Ну, каждый второй образ у нас это такие вот классические брюки, которые сегодня представлены по уникальной низкой цене. Брюки называются Гринсборо. Стильные монохромные брюки. Настоящая палочка-выручалочка в создании лаконичных повседневных образов без ущерба удобству и стройности. За счет прямого актуального в 2023 году крою и средней посадки на эластичной ленте. Ваш правильный выбор одежды на каждый день. Безупречный образ гарантирован. Высокое качество вискозы. В составе 64% вискозы нового поколения. Она в два раза практичнее, в два раза приятнее по тактильным ощущениям. Дышащая. Ни в коем случае не будет парникового эффекта. Материал гипоаллергенный, прост в уходе. Вам не нужно покупать новые брюки каждый месяц. У вас есть эти брюки, любимые брюки, которые прослужат вам долгие-долгие годы. Не 5 лет, не 10, мне кажется, лет 40 они будут служить вам верой и правдой. При этом коррекция фигуры идеальная. И зону животика сформировали, и зону бедра приподняли, присобрали. И, между прочим, они прекрасно фиксируются именно за счет эластичной ленты. Если необходим деловой строгий образ, можно отгладить стрелки с жакетом. Это уже получится костюмный вариант. Длина по внешнему шву тоже, хочу сказать, это очень важно у брючин. 105 сантиметров плюс-минус 2 сантиметра. Вы же нас сами просили, а можно брючки подлиннее? Потому что чаще всего бывает 100-101 сантиметр, а здесь 105 сантиметров по внешнему шву. Как здорово, что у нас есть цвета на выбор для вас, для того, чтобы вы подобрали минимум две пары. У нас есть роскошный вишневый. Как ты его называешь сегодня? Я его называю клубничным вареньем. То есть это не клубника в чистом виде, да, а вот когда варенье варишь, и вот такой вкусный-вкусный получается оттенок. Это очень похоже действительно на клубничное варенье. Вишневый в заказе. Плюс у нас есть хаки, супер популярный цвет, который сегодня выбираю я. Но мне кажется, он первый закончится. Алиса. Да, его очень мало остается во всех абсолютно размерах. Далее у нас есть роскошный, темно-синий, вот такой вот настоящий сапфировый, бархатистый, глубокий оттенок синего. И классика жанра – это черные брюки Гринсборо. Обратите внимание, классика в лучшем исполнении, специально для вас, специально подобранная коллекция для того, чтобы вы встретили весну во всеоружии. Цена 999 рублей. Задумайтесь и вслушайтесь, брюки за 999 рублей – такого в магазинах вы точно не встретите. 66% экономии, брюки классно сидят, они комфортные, удобные. Я обожаю такие вещи. Вот захотите найти в магазине, вот честно говорю, такая практически такая миссия невыполнима получается. Лёш, как выбрать размер? Я понимаю, как для вас важны точные цифры, поэтому всегда стараюсь делать замеры, показывать вам точные цифры. Но давайте начнем с высоты посадки. То, о чем я уже, конечно, говорил, но, как говорится, повторение мать учения. 35 сантиметров высота посадки. Это средняя посадка, да, но тем не менее зона животика уже скорректирована. Кстати, размер у меня здесь 52. Теперь полуобхват в зоне бедра. Смотрим. Итак, получается 56, то есть это где-то 112, да, полный обхват. Ну и давайте как раз покажу длину по внешнему шву. Мои дорогие, горячо любимые модницы, брюки, конечно, это восторг, самый настоящий восторг. Я давно не встречал настолько практичные брюки, 105 сантиметров по внешнему шву. А все почему? То есть хотел сказать, берем размер в размер, да, от 48 до 62. Почему они настолько практичные? Потому что здесь в составе 64% вискозы, и причем это вискоза нового поколения. Вискоза, которую еще редко можно найти, ну, встретить или где-то найти в торговых центрах ваших городов. Да, качество таких брюк, ну, просто превосходит все мыслимые и немыслимые ожидания. Они смело могут стоить 5, 7, 10 тысяч рублей, да? Но только у нас 999 рублей. Роскошные, шикарные. Вы с удовольствием заказываете даже по две пары в свою корзину, потому что без классических брюк не обойтись. Ты знаешь, я задумалась, мы их чаще носим даже, чем любимые джинсы или какие-то более расслабленные. Они удобные и без каблука. Посмотрите сейчас на меня и с каблуком. Нам написала телезрительница, она отзыв. Светлана Николаевна пишет нам из Железногорска. Замечательные брюки. Купила уже две пары. Очень комфортные. Ношу каждый день. Довольно. Отличное решение. И, конечно, еще раз, 999 рублей. Леш, две пары.
каждая пара может стоить 949 Держи. Рублей. Менее Держи. 2000 рублей сразу за две пары. И это полноценный гардероб весенний, потому что одни вы заказываете яркие, а вторые вы заказываете... Просто я боюсь, мы не развяжем потом. Знаете, для чего мы это делаем? Вот, посмотрите, в узел завязал я. Вот такой тест-драйв в прямом эфире, 14:10 по московскому времени. И для того, чтобы продемонстрировать, что они вообще не мнутся от слова «вообще», абсолютно. Ага. Вы видите, насколько качество уникальное. А именно такого качества должны обладать вещи для каждодневной носки. Такие базовые. Модные, потому что базовые, да, базовые вещи мы чаще всего носим, базовые вещи чаще всего стираем, не базовые очень нравится. Вещи чаще всего, быстрее всего приходят в негодность. Вот они дорого смотрятся. Это вискоза нового поколения, как сказал нам Алексей Лапшин, эксперт рубрики «Мода» на телеканале «Шопен Шоу», человек, который с самим Юдашкиным работал. Сегодня Алексей рассказывает, как подобрать идеальные брюки. Это брюки, которые уже, смотри, более 3000 у нас сегодня уже распродано. У нас... такое же количество отзывов на эти брюки, те, кто успел их заказать до этого, но они никогда не стоили доступнее. 999 рублей – это главный товар дня. Самая выгодная покупка в течение дня на телеканале Шопен Шоу. Не забывайте, делая заказ на сумму 3990, в подарок французский парфюм для вас. Для того, чтобы вы благоухали, наслаждались, были счастливы этой весной. Просто когда у женщины есть новый гардероб, есть что надеть, она всегда счастлива. И когда есть дорогой парфюм. И когда есть красивый дорогой парфюм, их отличные классические брюки. Вот знаешь, вот когда женщина так одевается, у нее, ну, соответственно, репутация, да, то есть она модница, она качественные вещи для себя выбирает. Какие образы, давай посмотрим, да, можно создать с разными цветами. Ну, здесь, конечно, безусловно, с такими брюками вы и деловой, строгий образ создадите. И повседневный, и даже праздничный, если надеть, ну, плечевое изделие, какое-то, скажем так, яркое, с декором, яркие украшения дорогие, да, использовать. И, безусловно, они подойдут даже для праздничного образа. Ну и, конечно же, да, мои дорогие, горячо любимые модницы, за ним легко и просто ухаживать в стирально-деликатном режиме при 30 градусах. Снижение цены 999 рублей. Звоните прямо сейчас, все звонки бесплатные.